Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня мы находимся на выставке Белагро-2020. Вот для вас я решил снять такой вот трактор Кировец, просто народе. К-742. Все его помнят еще со времен Советского Союза. Самый мощный трактор. Сейчас он еще более мощнее стал, российский. Просто махина. По видео это так не видно, но если стоишь вблизи, то понимаешь, какая это мощь. Техники здесь очень много. Вот трактор фирмы Класс. Все знают фирму Класс. Можете посмотреть в интернете, что это такое. Можно сказать, прямо в упаковке. Стоит немеренных, так сказать, денег. Современный. Очень полезная техника в сельском хозяйстве. Еще трактора, тоже импортные трактора фирмы Case, New Holland, так сказать, на любой вкус, любому потребителю. Большие, маленькие, аналоги наших тракторов Беларус, только импортные. Если их здесь представляют, значит, они востребованы. Далеко тоже видим мощь, просто трансформер, можно сказать. Скорее всего, картофелеуборочный комбайн. Техники здесь много, все очень интересно. А вот комбайны фирмы Россельмаш. Такая большая у него жатка. Дальше мы видим наш белорусский. А нет, это не белорусский, это Россельмаш. Тоже очень мощный трактор. Спасибо всем за внимание. С вами был автор этого видео, Сергей Суховерхий, он же Серегин. До новых встреч!